17-я областная спартакиада с участием госслужащих стартовала в Усть-Каменогорске. Более 500 любителей спорта собрались на торжественном открытии из всех городов и районов Восточного Казахстана, чтобы сразиться за звание лучших в 6 спортивных дисциплинах. Традиционные состязания среди непрофессиональных спортсменов, которые трудятся в сфере госслужбы, с каждым годом приобретают все больший масштаб. Сегодня замечательная погода, настольный теннис уже прошел, уже отобралась команда, но сегодня будут проходить соревнования по плаванию, тобус-хомалак и мини-футбола. 6-7, вот эти три вида спорта, 13-14 у нас начнется волейбол и другие соответствующие виды спорта. На спартакиаду прибыли участники из 12 районов области, а также сотрудники 15 областных управлений и территориальных департаментов. Соревнования проводятся по 6 видам спорта. Мини-футбол, тогус-кумалак, плавание, волейбол, настольный теннис и гиреевой спорт. По итогам в сборную Восточно-Казахстанской области будут отобраны лучшие из лучших для участия в республиканской спартакиаде, которая состоится в июле в Актобе. Спортивные мероприятия среди госслужащих – это, так скажем, одна из составляющих, так скажем, элементов корпоративной культуры в сфере госслужбы. Так как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Аким поселка Глубокое Руслан Асанов – постоянный участник спортивных мероприятий. И сегодня он снова рад увидеть своих коллег не в залах госучреждений, а на спортивной арене, где царит дружеская атмосфера и не смолкают крики болельщиков. В первую очередь, я думаю, это объединяет, как сказать сейчас по-новому, типа, может, тимбилдинг такой, построение команды. Я думаю, в этом плане очень такая вот сильная будет поддержка со стороны организаторов. Потому что многие уже давно друг друга здесь знают, госслужащие, но редко видятся. Здесь снова все где-то поздоровались, увидели. Ну, очень интересно. Участие в таких мероприятиях, как отмечают организаторы, способствует не только укреплению здоровья, но и повышению командного духа, развитию лидерских качеств и умения работать в команде. Алексей Сафонов, Туртас Кайролдаев, Александр Каримов, Алтай Аппарат.